Что бы такого приготовить, чтобы быстро, вкусно, полезно и похудеть? Берем рыбу, соль, перец по вкусу, морковь, красный перец, лук, шалот, оливковое масло, соль. Все хорошенько перемешиваем. Выкладываем овощи на пергамент, сверху рыбу, тонко нарезанный лимон для вкуса и красоты. Сворачиваем пергамент пополам. Заворачиваем свободные края пергамента по кругу. Отправляем в духовку на 20 минут. И наслаждаемся. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые простые, вкусные и полезные рецепты.